Как идут дела на строящихся объектах в нашем муниципалитете, об этом постоянно беспокоятся. Вопросы, связанные с созданием условий для комфортной жизни и благоустройством, находятся под контролем всех заинтересованных служб. Микрорайон «Южный» становится все удобнее для проживающих там славянцев. Строится спортивная площадка для детей и подростков. Здесь можно будет играть в баскетбол, футбол и волейбол, тренироваться на развитие силы и выносливости и просто отдыхать. Роман Синеговский задал ряд вопросов о том, как тут все будет обустроено, и высказал свои предложения, которые были приняты к действию. Он подчеркнул, что нужно сделать все необходимое, чтобы ребята микрорайона смогли получить самые современные условия для занятий физкультурой и спортом. В небольшом хуторе Троицком Маевского сельского поселения в скором времени появится новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. В здании предусмотрены кабинеты приема пациентов, процедурный, аптечный пункт, а также помещение для персонала. Учреждение будет оснащено необходимым оборудованием. Для этого объекта были использованы современнейшие сертифицированные материалы, что удобно и выгодно. Контролируя ход работ, глава Славянского района требует соблюдения строителями установленного графика и обеспечения высокого качества. Немаловажно, как будет сделана прилегающая территория для того, чтобы создать комфортные условия для селян. И согласно этой дорожной карте, где мы видим последовательность производства работ и завершение. Вот ленточку, как мы говорим. Но на улице давайте пару лавочек или хотя бы одну для людей, для ожидания, да, хотя бы одну лавочку. Должен быть аншлаг, да, адрес его, из сети еще интернет что-то будет? Из сети они сами, у них свой интернет. Интернет, быть, да? Закрытый. Интернет будет, вода будет, канализация будет, электроэнергия будет. Обогревается тоже электроэнергией, да? Здание фельдшерско-акушерского пункта, построенное в рамках национального проекта здравоохранения, позволит значительно повысить уровень медицинского обслуживания хуторян. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».